Награды обаятельным и привлекательным. В почетном списке государственных наград нет ни одной мужской фамилии. И случается это раз в год, накануне 8 марта. Лучшим из лучших в своей профессии вручали ордена, заслуженные звания и почетные грамоты. Среди героинь дня – врачи, учителя, экономисты, агрономы. Познакомился с ними и мой коллега Дмитрий Ковалев. На протяжении многих лет Ирина Виноградова дарит надежду родителям недоношенных деток. Каждый год в операционные инкубаторы отделения перинатального центра попадают более 500 младенцев. Спасти удается многих. Самый сложный случай в практике врача – ребенок весом всего 600 граммов. Лечение прошло успешно. Ирина говорит, что главной наградой для нее всегда было простое человеческое спасибо. Родители к нам, конечно же, приходят, напоминают о себе, приносят свои фотографии, и мы вместе с ними радуемся. Благодаря этому есть непосредственная связь, мы знаем, что мы делаем. Благодаря нашему отделению наша республика, наверное, движется вперед, в числе самых передовых регионов нашей страны. Сегодня Ирина Виноградова стала заслуженным врачом. Такое же звание присвоили стоматологу районной больницы Елене Викторовой. Свою работу она даже называет творческой. Вот уж действительно призвание. Дарить людям красивые улыбки. Дарить радость, нравится, дарить счастье. Вроде у нас такая страшная специальность, но люди, чтобы не боялись, приходили к нам с радостью. Преподавателю школы искусств Татьяне Григорьевой вручили звание заслуженного работника культуры. Несколько лет назад именно под ее началом городских ребят начали обучать игре на гармонии. Желающих записаться на эти курсы оказалось предостаточно. Недавно в школе появились и первые призеры международных фестивалей. Исконно русский народный инструмент вновь становится популярным. Везде, в деревнях часто лежат завалявшиеся гармошки, и деткам хочется попробовать. У кого-то бабушки играют, у кого-то дедушки. И у нас даже на наш фестиваль приходит бабушка играть с внуком. Вот уже 30 лет верна своему делу агроном районного предприятия Фаина Захарова. Попала она сюда по направлению. Любовь к земле для нее всегда была превыше всего. Трудно, конечно, женщине в селе работать. Но если любить свою работу, все трудности можно преодолеть. В почетном списке 22 женщины. Все они представители самых разных профессий. Обаятельные, привлекательные и влиятельные. Почетную медаль ордена за заслуги перед республикой вручили вице-президенту концерна «Тракторные заводы» Наталье Портасовой. Успешный руководитель говорит, что для нее это награда – оценка работы в родном регионе. Мне очень лестно, приятно. Это для каждого человека очень ответственно, потому что ты же понимаешь, что ты не можешь жить по-другому уже, и ты должен еще больше как бы отдавать себя своему любимому делу, своей любимой Чуваши, любимому городу, всем жителям, которые для меня очень близки. Они не похожи друг на друга, но все вместе развивают республику. Чувашскими женщинами, отметил Михаил Игнатьев, можно гордиться. Награды – всего лишь приятное дополнение к общему портрету. Чем бы ни занимались наши прекрасные женщины, в какой бы сфере себя ни реализовывали, особенно ценными остаются ваши замечательные качества. Какие они? Это, прежде всего, трудолюбие, уверенность в завтрашнем дне, преданность к своему делу, ответственность, аккуратность и умение создавать доброжелательную обстановку и среду. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.